Горбуша, запеченная с креветками, это настоящий праздник для любителей рыбных блюд. Нежная, розовая мякоть этой рыбы отлично сочетается с креветками, а сыр добавляет пикантность. Горбушу с креветками, запеченную в духовке, можно подать к столу не только в будни, но и в праздники. Блюдо эффектно выглядит и не оставит равнодушными ваших гостей, а приготовить его можно сразу перед подачей, пока гости едят холодные закуски. Этот рецепт – пример того, как из недорогой рыбы можно сделать замечательное, вкусное и полезное блюдо. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты для приготовления горбуши, запеченной с креветками. Пласт филе горбуши выложите в форму для запекания кожей вниз, перед этим по возможности удалите косточки. Горбушу посолите и поперчите по вкусу. Варено-мороженые креветки обдайте кипятком и очистите, выложите на филе горбуши. Жду ваших лайков и комментариев. Смажьте рыбу с креветками сметаной. Отправьте горбушу с креветками в духовку и запекайте при температуре 175-180 градусов 15-20 минут. После достаньте из духовки и посыпьте тертым сыром. Затем снова поставьте в духовку на несколько минут до расплавления сыра. Горбуша с креветками, запеченная в духовке, готова. Посыпьте зеленью и подавайте к столу в горячем виде. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Горбуша – 600 грамм, креветки – 200 грамм, варено-мороженые, сыр – 50 грамм, твердый, сметана – 2 столовые ложки, соль – по вкусу, перец черный молотый – по вкусу, количество порций – 2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Заходите в гости.